1 мая во всех городах страны трудящиеся вышли на организованные Федерацией независимых профсоюзов России демонстрации и митинги. Вместе с работниками предприятий, работодателями, ветеранами, представителями власти города и области в колонне шли представители молодежи, в числе которых были студенты Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Поздравил всех с Днем трудящихся временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Юрьевич Белых. Дорогие друзья, хочу в этот праздничный день от себя лично и от правительства Кировской области поздравить вас, пожелать всего самого наилучшего вам, вашим близким, здоровья, удачи, естественно, мирного неба. С праздником вас, 1 мая! От числа молодежи всех поздравил студент 1 курса инженерного факультета нашей академии Алексей Ивакин. 2014 год юбилейный для нашего профсоюза. Сердечно поздравляем всех работников профсоюза с 95-летием профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации. И в честь этого запускаем в небо 95 шаров с мечтами, пожеланиями и верой в светлое будущее. С праздником! Ура! Пожелала процветания профсоюзу и поздравила с праздником всех Галина Геннадьевна Михеева. Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, поздравляем вас с праздником, праздником весны и труда. Замечательный праздник. Почему? Потому что все работники сельского хозяйства уже в поле, уже работают на благо нашей великой России. Особенно поздравляю молодежь агропромышленного комплекса в связи с нашим 95-летним юбилеем. Желаю счастья, благополучия, исполнения всех желаний. Удачи вам, молодые наши члены профсоюза.